доброе время суток, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я вновь рада встрече с вами. Сегодня кулинарный влог, и я буду заниматься выпечкой. Что я буду готовить сейчас, вы увидите. Я надеюсь на то, что этот рецепт вам понравится. Присоединяйтесь. Ну а я начинаю. Сегодня я предлагаю вам вместе со мной приготовить вкусные трубочки с кремом. Наверняка для многих это пирожное является вкусом детства. Но не каждый, наверное, знает о том, что это пирожное изначально австрийского происхождения. А приготовить его очень просто. И сегодня мне понадобятся следующие продукты. Мука 350 грамм, масло сливочное 250 грамм, одно яйцо, вода 120 миллилитров, уксус 1 чайная ложка и щепотка соли. Для приготовления наполнения трубочек можно использовать любой крем. У меня сегодня готовый, его только необходимо развести молоком. У меня на канале есть несколько видео, в которых я готовлю заварной крем. И его тоже можно использовать для приготовления этих трубочек. Итак, приступаем.